Ярких дней вам! В эфире прогноз погоды. И пришло время узнать, к чему нам следует подготовиться во вторник, 5 июля. А поделиться с вами этой информацией буду рада я, Олеся Вайнер. В следующие 24 часа в Украине будет наблюдаться как ясное небо, так и переменная облачность. В целом в стране обойдется без осадков, но вот на восток дождевые тучи непременно заглянут. Максимальная дневная температура воздуха 27 градусов выше 0. А теперь подробнее о синоптической ситуации по регионам. В центральной Украине суточные температурные показатели составят 13-25 градусов тепла. При этом весь день в регионе прогнозируется чистое небо. Лишь в Полтаве в дневные часы и Кировограде во второй половине дня возможна небольшая облачность без осадков. На юге страны за сутки термометры покажут 17-27 градусов со знаком плюс. Южанам зонты в этот день также не понадобятся. Ночью и утром здесь предполагается переменная облачность. А вот после полудня небо окончательно очистится и будет оставаться ясным до самого вечера. Температура воды на курортах Черного моря плюс 25 градусов. 5 июля Луна вступает в созвездие Льва. Этот период способствует бодрому и приподнятому настроению. Человеку кажется, что его силам подвластно все. Но, несмотря на прилив энергии, специалисты рекомендуют более экономно расходовать свои физические силы. И снова о погоде. На западе страны в течение суток на термометрах можно будет наблюдать от 11 до 22 градусов выше 0. Первая часть дня в Ровно, Ивано-Франковске и во Львове выдастся ясной. А в дневные и вечернее время небо займут облака, которые лишь периодически будут пропускать солнечные лучи. Дождей не предвидится. В северной части страны минимальная ночная температура будет плюс 13 градусов, а максимальная дневная 23 градуса выше 0. В целом день будет ясным, но после полудня местами возможна переменная облачность. Осадки в регионе синоптики исключают. А вот в восточную Украину дождевые тучи все же заглянут. При этом небо будет местами чистым, а местами облачным. За сутки местные термометры покажут от 16 до 27 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Скорость ветра достигнет 10 метров в секунду. Продолжительность светового дня 16 часов 3 минуты. В Луганской области ночью температура воздуха будет плюс 19 градусов, а днем поднимутся показатели до 24-27 градусов выше 0. Весь день в области будет наблюдаться переменная облачность. Волчевские дожди начнутся уже утром и с перерывами продлятся до самого вечера. Возможны грозы. В Луганске осадки выпадут в дневные и вечерние часы. В Северодонецке сухо. В Донецкой области после полуночи на термометрах можно будет увидеть 18-23 градуса тепла. В полуденное же время воздух прогреется максимум до 27 градусов. Жителям области синоптики пророчат небольшую облачность и дожди, которые пройдут в Донецке и Мариуполе. Утром в областном центре не исключаются грозы. Температура воды на побережье Азовского моря плюс 28 градусов. В Днепропетровской области обойдется без осадков. Да и облаков здесь почти не будет. Так что жителям Павлограда, Днепра и Кривого Рога ожидает солнечная погода. Ночные температурные показатели составят 16-20 градусов выше 0. А днем ожидается до 26 градусов со знаком плюс. Температура воды Днепра плюс 26 градусов. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 13-23 градуса тепла в Киеве прогнозируется ясный день. Небольшие облака появятся на небе, но уже после заката небо очистится, дождей в городе не предвидится. Вот такой будет погода во вторник, 5 июля. Пусть эта рабочая неделя будет для вас легкой, но плодотворной. До встречи в нашей студии.